Привет, друзья, с вами Керникс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Black Skylands. Мы с вами остановились на том, что прибыли с очень страшного боя, схватив, собственно, Аарона под мышку в ящик и притащив его к нам на фазершип. Проблема в чем? Что у меня пропал один апгрейд, я не знаю, куда он делся, потому что у нас был небольшой откат по сейву, ну не суть. Короче, сейчас мы заберем все, что у нас еще на корабле осталось. Я ресурсы вроде выгрузил, но у нас есть еще ящик с модом тира первого. Его обязательно нужно прозырить. Установите модное оружие, новое задание. Прицел автомата. Отлично, давай. Добавлен прицел в трюм. У нас сам приклад пропал, но зато теперь у нас будет прицел. Ок. Так, прицел что нам дает? Увеличивает урон. Супер. На 1 на 1. Не то чтобы много, но лучше, чем ничего. Однозначно лучше, чем ничего. Так, мадам. Пока тебя не было, твой папа серьезно занялся восстановлением фазершипа. Он просит построить фабрику, поможешь? О, найдите ресурс 3 камня. У нас, по-моему, 3 камня нет. Если мне память не изменяет. Я кучу меди притащил. Да, кучу меди, чуть-чуть древесины. И этот. Меня интересует больше не это. Меня интересует больше, где... Тихо, цепляйся. Нормально. Меня интересует, где мне взять... проклятый... Как он называется? Я думаю, что нам на СТО надо, короче. Нам надо ремкомплекты, в общем. Без ремкомплектов будет совсем плохо. Так, вооружение мы что можем скрафтить? У нас есть вариант винтовки, но мы ее скрафтить не можем. Моды можем сделать. Мод для снайперки, для винтовки, для ПП, для автомата. А, это то, что у нас в прошлый раз было. Так, по снаряге. Нужен хлопок, металл, лен, металл. Улучшение мы максимум выжили из наших жителей. Окей, полетели тогда. Сейчас только поймем, куда. Так, по камню есть информация. Только это, по-моему, не камень. Вот это, скорее всего, камень. Есть информация, что на ближайших островах есть камень. Мощность здесь 100, мы были тоже на мощности 100. И, в принципе, выжили. Значит, ничего критичного быть не должно. Проблема в том, что если нам сейчас не хватит на СТОшки денег для того, чтобы починиться, у нас будут серьезные проблемы. А, стоп, подожди, у нас же здесь магазин под боком еще какой-то есть. Есть же? Вот этот, который магазинчик, я имею в виду. Я надеюсь, что с ним все будет оки-доки. Давай цепляйся. К тебе надо прям залезть, чувак? Да. Hello. Чем могу быть полезен? Я бы хотел кое-что купить. А, у него прям снаряды можно купить. Найс. По ресурсам семена хлопка, семена... Брат, дай мне семена хлопка. Спасибо большое. У нас же есть уже садик. Сейчас высадим, будем кайфовать. Так, еще снаряды не помешают. А продать мы те, что можем? Топливо за ничто. Металлом 170, медная руда 200 стоит, кстати. Шестеренки 280. Пока что у нас самый ценный ресурс это шестеренки. Так, беда в том, что мы у него не можем... А хотя там мы тоже, скорее всего, не сможем. Вопрос в крафте ремкомплектов очень серьезный. Мне кажется, что фабрика нам с этим как раз и поможет. Так, давай капусточку заберем. Давай на склад пока что. Потом разберемся. Потом разберемся, что с ним делать. Так, посадить семена хлопка, естественно, да. Я хочу, чтобы у нас был хлопочек, чтобы мы могли броню хоть какую-то сделать. Хоть что-нибудь. Так, погнали. Стоп, мы починены. На фазершипе нас чинят? Мы серьезны? Лол, реально, мы починены и заправлены. Ой, как хорошо. А что ж вы молчали? Окей, двигаем на захват острова. Не знаю, получится или нет. Тем более у нас на вторичка задание есть. Новый запрос. Поэтому ставим метку сюда и пытаемся сейчас внедриться, так сказать. Полетели, полетели. Не боись, не боись. Нормально все. Камни в целом не помеха. Главное правильно между ними просочиться. Оп. И сюда газуй. Все. Красота. Идеально. Так, ты чих будешь? У тебя ничего вкусного не лежит на борту? Вроде нет. Уже в прошлый раз мы нашли челика с ремкомплектом. О, вот он, кстати. По-моему, отреспавнился, что ли? А ну, стоять, стоять, стоять. Дай сюда. Да, ремкомплект, найс. Жить будем. Ты же его забрать должна был. Ты чё? А, его надо сначала добыть. Точно. Забирай, как ни в чем не бывало. Полетели дальше. Так, там с маяками мы дрались.
Так, аккуратненько. Хорош, твою мать. Пружина паскудная, на. Первый пошел. На, в лицо сразу же, на подходе. Сразу капсулу заберу. Бляха, промазал. До свидания. Так, разворот, поворот. Плохое попадание. Отличное попадание. Так, куча халявки есть. Здесь астероидное поле. Астероидное. Я даже не знаю, как эти объекты назвать. Но по сути, да, астероиды. Так, здесь сильные потоки ветра. Я правильно понимаю? Нас прям засасывать будет, да? Меня не то чтобы засасывает. Но хотелось бы... Так, камни эти я толкнуть могу, нет? Нет. То есть, скорее всего, я в них просто буду коцаться, да? Ну, сейчас проверим. Да не, вроде норм. Здесь идет огромная стена, на которую, скорее всего, мы не залезем. По общей карте мы видим, что сам остров имеет очень дебильную систему. И предполагаемые порты находятся аж здесь. То есть нам в любом случае внутрь залетать. Окей, давайте. Все ж ради великой цели. Так, аккуратненько прошвырнулся. Разворот. Пошел бы их. Тихо-тихо, не разгоняйся так сильно. Твою мать, ты что ж делаешь? Ты что ж делаешь, скотина? Так, жопой немножко швартанули. Бывает. Так, здрасте, есть кто? Ага, здесь у них что-то типа разгрузочное место. Я не могу понять, эти камни вообще как? Не, их просто расталкиваю, вроде ничего страшного нет. Будет смешно, если в одном из камней спрятана мина. Че-че-че, ты куда полетел? Стоять. Стоять, я говорю. Так, что у нас, где дробаш? Дробаш наше все. Здесь кровавые пятна, кстати. Кого-то тут уже метелили, походу. Так, каменюку обязательно добудь. Склады есть? Склада нет. Давайте я сразу отнесу. Но потом забуду, серьезно. А каменюка очень важна и очень нужна. Да, бля, ходи у нас. Во. Так, здесь есть мостик. Это птицы издают звуки? Надеюсь, что да. Вражина есть или нет? Пока ничего не видно. Это что такое? Железная руда. Супер, пока полежи. Челик, что здесь произошло? Рассказывай. Гарольд, кто здесь? Отвечай быстро, надеюсь, ты не сокол Кайна. Хвала небу! Я думал, что мои дни сочтены. Меня зовут Гарольд, я инженер. Понимаешь, я летел из Гантауна в Тортлтаун, но я слепой. Так что понятия не имею, куда я прилетел. И еще совсем недавно я слышал соколов. Будь осторожна, они, наверное, все еще здесь. Естественно, они повыбегали сразу. Понял. Пути назад нет. Так, хорошо, брат, я тебя спасу. Нам инженер, кстати, очень сильно не помешает. Да что ж ты дерганый такой-то, твою мать? Да пошел нахер. Тихо, релот, 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 релот. Отлично. Полосочку становитесь, мрази. Урочек, отходим. Отлично, бочка взорвал. Ай, 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 тихо. Get over here. Пока сработали хорошо. О, ты ёпаристы, там снайпер есть. Тихо. Брат, 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 брат. Он на упреждение хотел стрельнуть. Что это было? Он прицелился лазером четко на меня, потом отвел в бок. Понимаю, брат, понимаю. Хотел по красоте сделать. Ух ты ж, бляха, тут дробаш. Хотел по красоте сделать, вышло как всегда. Как никогда тебя понимаю. Выходить будешь? Его лучше, кстати, вблизи не подпускать. Это же дробаш, в конце концов. Ёппар, если у меня теперь есть лазерный прицель. Иди сюда. Иди сюда. Хе-хе-хе-хе-хе. Да вылазь, вылазь из своей хибарки, друг. Давай. До свидания. Так, спасибо, что показались. В смысле? Хелли, вы опять заспавнились. Алло, отошел. Ёпарыс. Ёперный театр. Да нет, иди. Нет, я в кусте застрял. Я в кусте застрял. Помогите. Моль, моль, принеси меня, спасибо большое. Так, теперь надо максимально аккуратно. Потому что у нас возрождения на корабле больше нет. Так, надо их по одному повыцеплять. Твою мать, ты что делаешь? По одному повыцеплять, либо годовых хером.
Это очень больно. Повторный захват острова. На освобожденный остров могут снова напасть. Если вы не успеете защитить их, то ваш параметр населения уменьшится, а остров считается захваченным. Бляха. Видимо, захват сейчас идет, да? Да. А хватит по мне попадать, брат. Ох ты ж, бляха, понабежали. Кыш от меня. Кыш от меня, говорю. Идите сюда, буду вас подтягивать. Что, боитесь? Правильно делаете. Так, отхил, быстренько. Иди сюда, мразь. Сейчас, гадовахи! Это затянись ты, отлично. Гадовахи! Да, бляха. Двоих забрали. Отлично, нам прицел показывает дальность нашей стрельбы. Это очень хорошо. Но я не успею сейчас бегать туда на остров, даже если сильно захочу. Сейчас, это который? Это который прямо над... Нет, это который справа от нас. Бляха, нам надо по потокам вылететь сюда, залететь сюда. Но мы скиллуху потеряем, да? 14 минут, ну ладно, давайте попробуем быстренько зачистить здесь. Так, челик, этих я забрал. Сейчас дайте мне хилку, потому что мне что-то прям плохо. Так, здесь что-то в доме есть. Заход на второй этаж. Не работает. Да твою ж мать. Геду вахер, говорю. Отлично. Почему меня к нему притянул? Это не так должно работать. Ладно. Все спал. Ух ты ж, бляха-муха. Так, тихо. Отходим. Нужно их забайтить сюда. Тихо. Пули закончились, пули! Летят пули. Отходим, нормально. Бляха, их слишком много. Довольно крепленных ребят, кстати. Первый пошел. Так, еще одного забавил. Да, бляха, откуда ты взялся? Дядька, у тебя патрошек нет? По всей видимости, нет. Так, больше урон. Давай. Быстро текай. Угу. Пистолет, патроны, тю-тю. Осталось все, дробаш остался. Ну давайте дробаш. Что, у нас выбор есть. Хорошо. Релот, ворочайся. Нормально. Щит срабатывает. Понял. Приню задние годы вархера, я к ним подтягиваюсь, а они не ко мне. Нет, ну что за херня? Хил. Нет! Твою мать! Так, успеем ли мы спасти остров? Вот в чем вопрос. Энергия Лумы закончилась, значит мы остаемся здесь. Поэтому быстренько сейчас вылетаем на тот остров спасать его. Все остальное это уже мелочь. Надо что-то придумать с количеством ресурса, потому что это не дело. Так, камень давайте оставим. Погнали сразу же на тот остров спасать. Да-да-да, зажимай. Погнали. Я меточку только не поставил. Это, по сути, ближайший остров. Высадка у нас вот здесь. Полетел. По идее, мы можем ускориться в плане быстрого перемещения, но быстрое перемещение требует капсул. О, боже, у нас даже фара есть. А капсулу тратить... В смысле, где мои снаряды? Это очень плохо, на самом деле, подождите. Я где-то упустил, видимо, этот момент, да? Заправщик, здрасте. Как-то так вышло, что у меня отсутствуют боевые снаряды. И мне они очень сейчас нужны. Здрасте. Вы можете быстро перемещаться между открытыми заправками, для этого говорите... Окей. Так, хочешь купить? Сколько? 50 капсул? Давай, раз, два. Мне хватит. Надеюсь. Все? Есть? Есть. По-моему, я их на общий склад выгрузил. Ну, мне так кажется. Сдавай жопой. Оп. Ювелирная работа. Давай. Погнали. 170 метров. Это вообще прям под носом. Бля, здесь еще один ремкомплект есть. А, потом. Надо спасти остров. Разворот. Красиво. Так, первая мразь. Хорошо, что я снаряд взял.
Не выйдешь ты отсюда. Куча ресурсов надо будет потом забрать. Женщина, выгружаемся. Мы должны спасти этот, мать его, город. Погнали. Кто здесь? Турелька на месте? Турелька на месте. Мне говорили, что я турельку могу переносить. Супер. А чё они так больно стреляют? Это винтовочники, снайперы, да? Ах ты ж скотина, мразь такая. Ладно, с тобой разберемся позже. А захватывают-то не пальцем деланные ребята так. Если что. Это что за хер? Нет, турелька! Так, снайпер. Мать твою, ублюдок. Пошел в жопку. Нахера вы в меня ракеты стреляют? Откуда вы стреляете вообще ракетами? Покажись. Бляха, я ему не нанесу урон с этого, понял. Придется немножко поворачиваться от ракет тогда. Давайте я забегу, отхилюсь. Заберем эту хилочку. И побежали в этой стороне, проверим. Там, правда, реген был, ну ладно, хрен с ним. Так, здесь что-то есть. Патрошки забери. Сейв сработал, кстати. Что тоже неплохой показатель. Так, вот здесь еще кто-то должен быть. Доволен? Не ожидал подвоха, да? Есть кто здесь? А, это хилка. Боже. Хобана. Хобана. И мы вернулись на исходную. Так, стоп. Мне показывают, что здесь где-то еще опасность есть, но мы вроде бы все зачистили. Или мне кажется, что опасностью числится как раз тот корабль, который вокруг летает. Но все, что на берегу, мы вроде бы как прибрали. Сейчас вылетим, проверим еще. Быстро. О, забери сразу ресурсики. Супер. Так, где эта скотыняка вокруг летала тут? Дави, 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 Михалыч. Мы, кстати, нормально так покоцаны вообще-то. Стоять. Нормально, одного набора хватит. Мы просто растаранили сами себя о порт, поэтому... Все нормально. Бляха, чуть-чуть выйду только. Где ты тут? Я знаю, что ты здесь. Сладенький персик мой. Вот эти, херон быстро разворачивается. А мне так можно? Нет, 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 только не в порт и не в камень желательно. Нифига себе, ювелирная работа. Две ракеты он меня уже пустил. Остров все еще... Да, алло! А мне так вертеться можно, алло? Тихо, тормози, 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 разворот. Почти, почти красиво. От ракеты уходим, нежно, 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 жопу заводим, отлично. Да сколько ты их выпускать будешь, брат? Пошел в баню. Что такое? Здесь больше не осталось соколов. Думаю, можно считать этот остров. Женщина, у тебя в жопе три ракеты. Скажите, что они не зачислились как урон. Я вас прошу. Остров спасен. Люди возвращены. Супер. Так. Слушай, да, походу, не засчитал урон. Супер гуд энд вери найс. Так, высаживайся. Да, постреляй же. Это ж так надо сейчас. Еще шестерни, кстати. Шестерни ценнейший, вроде бы, как ресурс. По-хорошему нужно на фазершип. Давайте будем честны. Мы довольно покоцаны и, соответственно, лишний раз сейчас ловить люля. Не самое подходящее время. Аккуратненько. Оп! Ювелирочка. Так, возврат у нас сейчас сколько стоит? 74 капсулы. Знаете что, я сам долечу. Я не гордый. 74 это достаточно большое количество капсул. Это для начала 100 снарядов, например. Мне кажется, это очень даже хорошечно. Ой, тю-тю-тю-тю. Может, даже не придется сейчас. Подождите, тормози. Это самая идеальная швартовочка, которую когда-либо делал. Лучше уже не будет, я вам говорю. Лучше уже просто не будет. А забрать не хочешь, нет? Я могу даже переходить по ним. Меня даже перепрыгивать не надо, вы прикиньте. Так, золотая дыру. Сейчас проверим. Сейчас, скорее всего, не хватит. Потому что там сколько? 25% да только. Аккуратненько выдвигайся. А чё метку, кстати, не поставил?
Давай, 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 давай. Сейчас, короче, слетаем назад, вернемся опять на тот остров с желтыми типами и попробуем их все-таки разнести. Ай. Не уверен, что это прям так легко получится, но попытка не... Что здесь такое? Там что-то есть? А, это рыбацкая какая-то шхуна. Окей. Попробуем разнести. Было бы очень замечательно, но не факт, что это получится. Да твою же мать. Другое дело. По идее, если я правильно понял, фазершип нас на халяву чинит. Это было бы идеально. Не таранься в турель, не таранься в турель, не надо. О, супер. Так, пришвартовались. Отпустить. Да, вроде бы фазершип нас чинит. Это супер новость. Это просто супер новость. Так, хлопок появился, давайте проверять. Хлопочек есть. Камня 3 штуки мы не нашли, потому что мы еще тот остров не забили. Так, хлопочек скинь сюда. Проверяем снаряга. Везде нужно минимум 2 хлопка. Поэтому надо идти брать еще одну семку. Я надеюсь, он не зажмет и даст нам семку. Дядька. Тут такой вопросик. Есть еще семки? Супер гуд. Еще у него что есть? Лен и капуста. Ну такое. Так, и набор стоит у тебя 50. Ну давай пару штучек возьмем. 8 это наборов за 50. Брат, чё ты молчал вообще? Сейчас заживем просто по-царски, по идее. Так, сюда сажаем, естественно, лен. Выращиваем. Не надо, не надо тратить пули лишний раз. Кстати, где у нас пополнялка? Супер. Этот мы загрузили, этот разгрузили. Сейчас проверим наличие всего добра. Забирай с собой вот эти наборы, оставляй ресурсы. Вообще супер, у нас 16 наборов, 170 снарядов. Вообще не чувствую неприятности. Отлично. Разворот, поворот. Если бы мы их еще могли удаленно юзать, либо у нас был бы какой-то помощник, было бы вообще супер. Так, мы можем, по идее, сюда быстро, да? Нет, не можем. Или можем? Сейчас поставить метку. Нет, не можем. Понял, тогда залетаем опять сюда же. Надо метка вот здесь, чтобы мы вспомнили, как залетать. Сейчас будем на месте. Так, подождите, вот тут какой-то островочек есть, там есть один челик. Но я ж по острову, по идее, могу гасить нашими турелями, да? Нашими кэнонами. А он мне, скорее всего, урона нанести не сможет. Ло, мы его скинули. Братишка, сорян. Я не то чтобы хотел, чтобы ты так бесславно погиб, но... Всякое случается. Я сюда чисто за капсулу не зашел, если что. Просто люблю капсулу, ничего не могу с собой поделать. Так, сейчас мы опять в этот поток попадем. Там лучше вообще не газовать. Тормози, брат. Развернулись в поток, все. Дальше оно нас само потащит. Не ударь меня об этот, спасибо большое. Тормози. Перетормозил даже. Давай, аккуратненько, возвращайся. Так, корабль цел, мы целы, снаряды у нас есть, все хорошечно. Сейчас, кстати, проверим на разгоне в эти камни. Ну, да, фактически они не дамажат. А вот это было дамаг. Это уже был дамаг. Все, стоялите. Погнали, что будем пробовать? Самая стандартная тактика — это чисто с дробаша их гатить. Гатить этих мразей с дробаша. Так, остался еще кто-то вообще? Ну, нас же кто-то убил тогда. Что за щитом? Как она? Цапка ему тоже ничего не наносит. Релот, погоди, брат. Бронячий хрен, да ужаса на самом деле. Свободен, ужас ходячий. Метальчик, 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 метальчик. Откуда вы здесь взялись? Я спокойненько метальчик вынести хочу. Мне кажется, ли они здесь бесконечно будут спауниться. И мне это чуть не нравится очень сильно. Потому что пулик у нас не бесконечно, хп уж подавно. Так, ну у нас есть моль, нормально. Жить будем какое-то время точно. Так, релодик. Нам, по сути, их милишкой надо добывать, если мы хотим патроны получить. Вся беда в том, что я к ним притягиваюсь, а не они ко мне. Так, максимальный боезапас — это пистоль, что ли? Это пистолет. Ой, с горем пополам, ладно.
Так, где бронячий? Ага, дай хилку заберу. В упор к ним подходить очень болезненная, на самом деле, штука. Так, я могу ему годоверхир сделать. Ему годоверхир не засчитывается. Потому что мы притягиваемся к ним, а не они к нам. Так, давай баф. Брательник, ты где? Я тебя потерял, ты где, сладенький мой? Нормально, мы вкатили так. Короче, мы можем просто от них убегать, они будут терять нас из виду. Потом заходить им в спину и делать дрюкин-шпокин. Ну вот сейчас нормально вошло. Правда, целую обойму всрали, но... Разброс слишком дикий. Свободен. Поговорите с Гарольдом. Все, зачистили. Я думал, что они бесконечно спавниться будут. Они устроили засаду, прости, я слепой, видимо, стал хорошей приманкой. Они знали, что за мной кто-нибудь придет. Хорошо, что ты можешь за себя постоять. У меня к тебе просьба, отвези меня в Turtle Town. Несмотря, что я слепой, я отменный инженер и собираю бесподобное оружие. Если отвезешь меня, я тебе дам одно из своих лучших творений. Брат, почему вы всех людей в ящиках переносите? Да как-то очень странно. Аарон-то ладно. Что? Почему я упал? Что, простите? У меня есть вопросики. Так, положи его. Я здесь падаю. Хотя там мост. Бля, здесь еще одна руда есть. Сейчас проверим без. И без я падаю. Как будто бы там кто-то перекрыл мост, но он не перекрылся. Есть ли возможность это как-то обойти? По идее, нет. Даже если я здесь как-то просочусь. Видите, он не до конца типа задвинулся. Так, Гарольд, как же мы тебя-то заберем? Так, это все надо поломать. Проверяем отсюда. Отсюда сюда могу. Отсюда сюда. Если в дерево не уткнусь, конечно. Цепляйся! Тихо. Вот сюда. Отлично, в целом можем. А кто управляет мостом? Что за шляпа? Рубильничек, где, товарищ? Здесь, может, вышки? Или это просто стена? Нет, это просто стена. Кто-то дернул рычажок и сделал каку. А каку делать не надо. Ладно, обойдем, не горды. Так, Гарольд, погнали. Are you ready? К великому путешествию. Аккуратненько, аккуратненько. Оп. Не бойся, Гарольд. Я знаю, что я делаю, наверное. Так, погнали, и по-хорошему еще руду надо сбегать забрать. Так, Гарольда загружаем. А где находится, собственно, Turtle Town? Я чуть не поинтересовался. Ух ты ж, бляха-муха. А, хотя нам, в принципе, даже по пути. Мне вот эта вот штука не нравится, потому что она мне напоминает почему-то корабль, а не остров. Но надо будет как-то моментально туда просочиться. Я не знаю как, но попробовать надо будет. Так, окей, сейчас за железом сбегаю. Так, железо есть. По идее, можем плыть, но я бы еще хотел хпшку забрать. Но чтобы ее забрать, надо ж... А ну-ка, здесь получится. И... Хопа! Отлично. Нет, ящик, это, конечно, миленько, но мне не надо. Где-то здесь хпшка была. Хпшка, 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 хпшка. Есть реген, но реген не... Отхилит только то, что у меня сейчас не хватает, а мне нужно с собой хпшка. Гарольд, походу, ее стырил. Она где-то здесь стояла, прям при повороте. Ладно, без хпшки пойдем, так и быть. Я этого не хотел, но выбора особо нет. Цепляйся, ты что делаешь? Погнали. Почти. Так, Гарольд, are you ready? К путешествию. Так, там обратный выйду выйдет. А вон, кстати, и хпшка. Притормози, постой. Я не могу здесь выпасть, да? Твою мать, понял. Давай чуть-чуть назад все-таки сдадим. На всяк пожарный. Не то, что я сильно переживаю, но просто. Чтоб было. Супер. Все, хпшка есть, я доволен. Погнали. Сейчас, опять же, особо сильно не газуем. Пытаемся максимально нежно выйти в поток. Вместе с камнями, конечно же. Наша задача простая, как
не знаю что. Мне втараниться в скалы по пути. Там, кстати, камень еще есть. А я могу остановиться в потоке? По идее, могу. Я боюсь, что просто корабль сейчас не улетел. Отлично. Я, боже, думал, дерево помешает. Забирай, забирай, забирай. Твою мать. Пойдет. Отлично, можем фабрику теперь строить. Главное, теперь не расшибти наш корабль. И будет вообще хорошо. Так, выплюнь меня. Выплюнуло, так выплюнуло. Тут даже не поспоришь. Пошел в жопу своими ракетами. Нет, 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 нет. Газуй, газуй, газуй. Не в ту сторону жопа повернулась. Бывает. Отлично, я могу их сбить. Так, залатаем дыру, то не страшно. Разворот, стреляй. Отлично. Иди сюда. Шустрое дерьмо ты такое, а? Иди сюда, говорю. Мразь. Ты же хотел меня атаковать. Так иди сюда. Ублюдок, мать твою. Отличное попадание, тихо. Всем нормально, всем не страшно. Иди сюда, я тебе сказал. А что такое? Уже не такие смелые, да? Ой, там записка какая-то есть, кстати. Тормози. Сейчас залатаемся. Не нравятся мне эти бои на отходе, когда ты и так не особо уверен в том, что выживешь. А тебе еще накидывают люлей в спину. Так, 4 комплекта у нас есть, нарядов 150, жить будем. Все, вот сюда подлетим. Ч-ч-ч-ч-ч. Аккуратно, красава. Что за писюлька? Крылатые острова. Попытки разобраться в конфликте Аспи и Узни затянулись настолько, что фракция историков решили переименовать себя в ученых. Теперь все время уходит на то, чтобы разобраться, чем историки отличаются от ученых. Это восхитительно. И ради этого я сюда летел, да? Понял. Так, ставим меточку. Мы должны довести этого товарища. Это уже все. Дело принципа. Нам нужно залететь сюда. 400 метров. Бог знает, что нас ждет по пути. Там турель стоит. Тикают турели. Газуй. Газ в пол. В принципе-то мы пролетаем 400 метров достаточно быстро. Но если нам встретятся какие-то неприятности по пути, то мы можем затянуть процесс немножечко. Меня никак капсулы догнать не могут. Так, вот такие вот неприятности, например. Я так и знал, что здесь корабль стоит. Это корабль Соколов, хорошо охраняется, нужно быть осторожным. Лума, не отлетай далеко от меня. У всех противников также есть показатель силы снаряжения и силы корабля, который отображается на карте над островами. Если ваши параметры силы ниже параметров силы противника, над ним появится значок красного черепа. Такого противника будет крайне сложно победить, не повысив свой параметр силы. Я уже вижу красные черепа, я уже ухожу отсюда. Ухожу, говорю. Ухожу. Сами там деритесь друг с другом. Мне не до вас, пошел жук. Пау. Хорош. Просто летим отвозить челика. Хорош. Оставьте ящик Гарден в центре города. Так, здесь еще одна заправочка есть. Супер. А можно я здесь аккуратненько пришвартуюсь? Я не буду сильно далеко улетать вглубь. Все, 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 все. Хватит. Гарольд, погнали. Забираем Гарольда. Уточните, куда именно в центр города? Так, меня здесь бить не будут, я надеюсь. Нет, Turtle Town вроде бы нормальный, ребята. Давайте я сюда сгружу. Или это не считается? Походу нет. Два магазина есть, кстати. Вот сюда надо, да? Так, спасибо тебе, вот это приключение было. Пару раз нас не слабо тряхнуло, но кажется теперь в безопасности. Держи мое лучшее оружие. У него может немного быть сбит прицел, но это отличный автомат. Брат. Сбит прицел — это традиция. Так, снаряга. Вместо нашего автомата... Это зеленый автомат, 170 силы. Штурмовая винтовка Twisted. Урон 15, множитель урона по людям 1, порой 0.3. Ну что?
1.03 то же самое, только у нас урон 13 с горем пополам. Скорострельность 9. Здесь скорострельность 6. Магазин у нас 20, здесь 28. Время перезарядки 1.5. У нас время перезарядки 1.8. Сменное оружие — это уже шляпа, не особо интересует. Дальность 9, скорость снаряда 15. Дальность 6, скорость снаряда 14. Короче, он по всем параметрам лучше нашего. По всем параметрам. Теперь у меня вопрос, можем ли мы снять отсюда обвес и накинуть его. А, на новый нельзя обвесы накидывать. Понял. Обидно, неприятно. Но это прям хорошо. Но выглядит он мощаво, конечно. Реально как лучшее оружие инженера. Так, ребят, что у вас можно купить, раз мы уже пришли? А, бочки, турель. Турель Белого фронта. Обычная турель. Но это не совсем купить. Мы, получается, покупаем за эти... Ням-ням-ням, как они называются? За часть, за ресурсы, а это не такое хорошее дело. Так, тут, в общем, декор попер. Но турели меня интересуют, должен признать. Так, у вас что? За рыбу и за хлопок. И за лед. И за джут какой-то. Продают кучу разного ресурса. За крапивку, золотую руду. Как вам такой обмен? Так, а ты стандартный этот? Не могу понять, у него дешевле или дороже? Дороже. Или дешевле? Снаряды точно дороже. А тут он 4 за 40, а мы брали 8 за 50, по-моему, да? Не суть. Так, у него тоже можно хлопок купить. Ребятки, да выбор иди получается. Что у вас здесь еще есть? В Turtle Town'е. Тут голячок, голячок, куча народу. Ну, сам городишко у вас большой, и, видимо, вас еще не обстреливали с гаубиц. Судя по всему, я так предполагаю. Потому что у вас город выглядит довольно живенько. И люди живые, и здания не разрушены. Магия какая-то. Так, по домам пошастать можно? Конечно, можно. Тут гитара лежит. Сбацать, видимо, нельзя. Сюда нас не пускают. А, госпиталь есть. Здрасте. Но здесь никого нет. Приходишь в госпиталь, и хилишь сам себя. Норм тема была. Окей, поплыли. Нас ждут дома на фазершипе. Сейчас чисто руфло ради. Мы посмотрим, сколько нам обойдется. Хотя зачем? Мы сможем между... Кстати, сейчас и проверим. Так, можешь здесь нежно развернуться? Что мы с собой вообще тащим? Хотя, видите, склад общий, походу, все-таки. То есть я могу смело сюда закинуть вот это добро, и оно окажется у нас на базе. Потому что, по идее, склады общие. Я думал, что склады общие на одном острове, но я ни разу на одном острове не видел два склада, как вы понимаете. Поэтому это дело нам не поможет. Так, снаряды есть, этот есть. Сейчас я попробую крутануться. Сейчас, аккуратненько. Оп, 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 оп. Ювелирная работа. Немножечко газку. Еще чуть-чуть. Все, 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 все. Больше не надо. Идеально. Так, товарищ, что по перемещениям? Так, я просто хотел поздороваться, хотел кое-куда отправиться. Да, с этой заправочки. А, можем вот так сделать? Нет, не можем. Понял. На вот эту заправочку. Можно? Да бляха, все равно требует капсул. Хорошо, а если мы просто через карту? Сколько нам обойдется путешествие? Где она? Вот. Если мы просто через карту, выберем фазершип. 182. Давай сразу на фазершип. Чего уже титьку мять? Так, что у нас здесь? Хлопок еще один вырос, значит, у нас будет сейчас броня. И нам нужно построить фабрику. Не забываем об этом. Хлопочек, забирай. Давай еще семки возьмем сразу. Дядька. Hello. Ресурс семки 120. Дорогое, конечно, удовольствие, но это вложение в будущее. Мы должны это понимать. Так, с этим разобрались. Давайте я сразу гляну оружейную. Снаряга. Да твою мать, нам не хватает еще одного металлолома. Максимальное здоровье, уменьшение урона от сокола. А здесь скорость ходьбы, скорость бега, максимальное здоровье, уменьшение урона от сокола. Вот эта штука в первую очередь нужна. Она хоть и не такая мощная, не увеличивает нашу силу, но выглядит полезней. Так, давайте зачистим местечко. Под новенькую построечку. Я, кстати, автомат не проверял по разбросу. А надо было бы. Так, есть.
Можем ли мы сюда пихнуть фабрику? Позволяет перерабатывать одни материалы в другие. Звучит очень хорошо. Тут еще проблема в том, что у нас весь фазершип вот в таких огромных дырах, которые требуют тоже ремонта. Так, обработка ресурса. Медная руда. Плюс астероидный уголь, получится медный слиток. Железная, та же самая история, да? Но уголь мы получили, если я не ошибаюсь, с астероида как раз. То есть нам нужно просто полетать, подолбить немножко астероида, и будет усё в шоколаде. Скорее всего. Так, мадам, построено. Неплохая фабрика вышла. Конечно, не как в моем родном Гантауне, но оружие произвести сможем. Теперь давай попробуем ее в деле. Для начала принеси нужные материалы. Ну, можно найти неподалеку отсюда, на архипелаге Серпа. Приноси материалы, я покажу, как их переработать. Железная руда-то у меня есть. А вот с астероидным углем у нас пока что есть проблемка. Хорошо, ребятки, пока что сделаем с вами небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте комментировать увиденное и, конечно же, нажимать на колокольчик. Всем пока-пока.